Кольцевая бактериальная гниль картофеля относится к списку А3 регулируемых некарантинных вредных организмов на территории России. Возбудитель широко распространен во всех зонах картофелеводства Российской Федерации. Развитию заболевания способствует повышенная температура и высокая влажность почвы. Кольцевая гниль картофеля – это бактериологическое заболевание. Основным экономически важным хозяином данной болезни является семенной картофель. В том числе данная болезнь может поражать растения семейства посленовые, такие как томат, перец, баклажаны. Бессимптомно болезнь может протекать на растениях сахарной свеклы, при этом выявляется из семян данного растения. Кольцевая гниль крайне вредоносна. Сильно пораженные клубни обычно сгнивают, слабо пораженные дают низкий урожай. Основной источник инфекции – больные клубни. Заражение кольцевой гнилью происходит в период уборки при соприкосновении картофеля с пораженной ботвой, больными клубнями. Инфекцию могут передавать насекомые. Это очень вредоносное заболевание. Экономические потери могут достигать в некоторых регионах до 30-50%. Как растения в поле поражаются, так и клубни. Они могут загнивать прямо в поле, если инфекция очень сильная, и потери урожая при хранении. Болезнь проявляется в стеблевой и клубневой формах. Наиболее характерные признаки заболевания на кустах проявляются к концу цветения. Сначала постепенно желтеют и увядают дольки листьев, потом стебли. В годы слаженной и прохладной погоды заболевание может протекать в скрытой форме. На клубнях кольцевая гниль проявляется в виде поражения сосудистого кольца и ямчатой гнили. Ямчатая форма кольцевой гнили возникает при проникновении бактерий через пораненную кожуру в осенний период, но обнаруживается только в конце марта-начале апреля в виде округлых пятен кремового или светло-желтого цвета под кожицей. Диагностика визуальными методами проводится во время обследования полей, но она малоэффективна, так как симптомы заболевания сходны с другими бактериозами. Наиболее эффективным является лабораторное исследование, которое проводится в виде серологических анализов, например, реакции иммунофлюоресценции, молекулярных методов диагностики, это полимеразная цепная реакция, ну и выделение патогенов в чистую культуру, культурально-морфологическим методом на питательные среды. Использование севооборотов, ведение хозяйств в зонах, свободных от возбудителя, посадка проверенных специализированными лабораториями клубней – это необходимые меры для борьбы с бактериозом. В связи с тем, что основным источником кольцевой гнили является зараженный картофель, необходимо своевременно обследовать посадочный материал на наличие карантинного возбудителя. В лаборатории бактериологии испытательного экспертного центра Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений используются высокоэффективные методики идентификации и выявления кольцевой гнили, которые соответствуют схемам проведения исследований ведущих европейских лабораторий, международным требованиям и стандартам.